15 декабря, пятница, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Алла Есина. Здравствуйте. В Украине начал работу новый Верховный суд. Он состоит из Большой палаты, кассационного, административного, хозяйственного, уголовного и гражданского судов. С началом работы нового суда поздравил Петр Порошенко. Уже назначено 115 судей из 200 максимально возможных. Работа над созданием нового Верховного суда длилась 3 года, и теперь Украина встала на путь европейских стандартов правосудия, говорит президент. Я, как президент, вніс до Верховної Ради розроблений Конституційною комісією законопроект про внесення змін до Конституції України в частині судової реформи. Вони ці зміни привели її в повну відповідність до європейських стандартів правосуддя. В Министерстве инфраструктуры в следующем году планируют отремонтировать около 4000 километров дорог. Это стало возможным благодаря увеличению бюджета дорожного фонда с 20 до 40 миллиардов гривен, заявил исполняющий обязанности председателя Укравтодора Славомир Новак. К слову, в этом году отремонтировано более 2000 километров. Также в Укравтодоре рассказали, на каких направлениях будут выполнены ремонтные работы в 2018 году. Зокрема, на таких ділянках доріг, як М-12, як Гов-Гов-Гайо, я вже сказав, Одеса-Рені, звичайно, Дніпро-Решетивовка, Миколаїв-Дніпро, Миколаїв-Кропивницький, Київ-Знам'янка, Київ-Харків-Довжанський, Харків-Суми і багато-багато інших доріг по всій країні. Европейские весовые комплексы на дорогах Одесской области. Укртрансбезопасность получила 5 передвижных лабораторий, которые помогут контролировать грузоперевозки на трассах. Купили их за счет транша Европейского банка реконструкции и развития. Напомню, оборудование доставили в область еще неделю назад, но их не использовали, не было документов. Теперь техника полностью сертифицирована и готова к эксплуатации. У нас непоодинокі випадки, коли будується дорога, наприклад, в цьому році на півночі області, вже збудоване покриття, працівники працюють там десь за 5-6 кілометрів, а перегрузи вантажівки перевантажені їдуть вже по тим збудованим дорогам і вона вже розбивається. Саме тому такі мобільні пересувні комплекси нам абсолютно необхідні. Провал посреди проезжей части, глубокая яма образовалась на углу Канатной и Пироговской. Прорвало трубу, и горячая вода размыла грунт. Вот только чьи это коммуникации, непонятно. В пресс-службе «Инфокс» водоканала заявили, что прорыва в коммуникациях их компании не было. Мол, подмыло со стороны теплотрассы. А в пресс-службе горсовета сообщили, что проблема в коллекторе, через который проходят трубы и тепло, и водоснабжение. Транспорт без купюр. Единый частный оператор, бесконтактная оплата и валидаторы вместо кондукторов. На общественных слушаниях обсудили и поддержали введение автоматизированной системы учета проезда в городском транспорте. Уже в январе должны определить инвестора, который потратит порядка 200 миллионов гривен на реализацию проекта. 10 лет этот частник будет получать около 10% от заработанных денег. Проект называют транспортной революцией и надеются таким образом уйти от стандартов схемы «пассажир, деньги, водитель». Вы проездной документ вы должны поднести к валидатору, на котором появится соответствующее сообщение, что, которое подтвердит оплату вашего проезда. Контроль будет использоваться тоже, как проводится контролерами с переносными валидаторами. Переносной валидатор, вы предъявите свой проездной документ, контролер со своего валидатора считает информацию, которая подтвердит, что вы оплатили проезд. Чиновники обещают, что система заработает в течение года. К нововведению в первую очередь будут готовить электротранспорт. В то же время эксперты подчеркивают, Одесса пасет задних в рейтинге городов-миллионников, которые уже внедрили систему электронных билетов. При этом повторяет их ошибки. То тестовое оборудование, которое установлено компанией «Герц» в трамваях 10 маршрута, то и проведем аналогию буквально с событиями последних 2 недель в городе Харькове, где уже запущена аналогичная система, то мы увидим, что ошибки при установке оборудования, например, в 10-м трамвае тестовом,
точно такие же, буквально на второй или на третий день старта электронного билета в Харькове, у них большой объем оборудования поврежден вандалами. 12 мировых, 1 олимпийский, 16 европейских и 36 национальных рекордов. В Одессе чествовали спортсменов-пограничников. За 25 лет существования спортивной команды честь Госпогранслужбы Украины отстаивали 1500 пограничников. Завоевано 500 медалей на чемпионатах мира и Европы. Половина из них – золотые. После Олимпийских игр 2000 года мне поступило предложение продолжить свою спортивную карьеру в спортивной команде погранвойск. И я с удовольствием согласилась, потому что это, в общем, такая семейная преемственность. У меня в свое время отец проходил срочную службу, и любовь к форме. От, в частності, пограничний. В першу чергу прикордонник повинен бути фізично розвинений для того, щоб можна було затримати порушників державного кордону, які, наприклад, чинять певний опір або просто порушують державний кордон шляхом втечі від прикордонників. Прикордонник повинен догнати. Думской 9 лет. Самый популярный сайт Одессы отмечает день рождения. Каждые сутки на нем появляются около 40 новостей. Ежедневно их читают порядка 60 тысяч человек. А во время резонансных событий в городе на сайт заходят 300 тысяч человек. Большинство читателей думской одесситы, но новости интересуют киевлян, харьковчан, львовян и даже жителей Нью-Йорка и Лондона. Мы начали за последние пару лет менять на всякие праздники и яркие события логотип нашего сайта. Последний раз меняли на День вооруженных сил. У нас появились карикатуры, у нас появилось фото дня, у нас появился раздел про телеканал, где можно посмотреть сюжеты телеканала Думская ТВ. У нас появилось мобильное приложение, и мы постоянно увеличивали размер фотографий, потому что экраны становились больше, четче. Ну и последнее наше приобретение – это квадрокоптер, и на Думской довольно часто теперь можно увидеть фотографии с воздуха. И это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно.